9 мая в нашем районе будет проведено свыше 30 праздничных мероприятий. С целью обеспечения безопасности жителей и охраны общественного порядка славянские полицейские будут переведены на усиленный вариант несения службы. 9 мая планируется проведение 29 массовых праздничных мероприятий, в которых примут участие свыше 9 тысяч жителей и гостей района. Личный состав отдела МВД России по Славянскому району переводится на усиленный вариант несения службы. Охрану общественного порядка будет осуществлять более 90 сотрудников полиции, а также 3 казака-дружинники, народная дружина 45 человек, ЧОПы 4. Места проведения праздничных мероприятий будут обследованы специалистами-кинологами с использованием служебных собак. Отделом ГИБДД, отделом МВД России по Славянскому району совместно с администрацией муниципального образования Славянский район приняли дополнительные меры для оптимизации транспортной дисциплины в период проведения праздничных мероприятий. Полиция напоминает гражданам об ответственности за распитие алкоголя, появление в пьяном виде и курение в общественных местах. В случае нарушения общественного порядка, а также обнаружения подозрительных предметов, правоохранительные органы просят незамедлительно сообщить об этом в полицию.